сияние света и добрых эмоций. А ведь еще недавно Марина Лапина и представить себе не могла, что поедет из родной Аксарки в Салехард на концерт мировой знаменитости, да еще и выиграв билет на концерт. Конечно, просто так выехать в Санкт-Петербург, это было бы, конечно, невозможно. Я рад, ни разу не был на таком мероприятии, но думаю, мне очень понравится. Марина на инвалидности, и ей во всем помогает супруг. Но на этот раз привычный вечер с устоявшимся распорядком нарушил его величество случай. Необычное очень ощущение, как будто бы мы в другой мир попали. Я каждый вечер практически на кухне нахожусь, и поэтому для меня это очень и очень большой рывок куда-то выбраться, скажем так, в свет и где-то побывать. Один из лучших в мире – симфонический оркестр Мариинского театра под управлением дирижера и художественного руководителя Валерия Гергиева выступает в Салехарде уже во второй раз. Сегодня в зале у нас будет очень много детей. Мы приглашаем детские школы искусств к участию. В программе музыка Чайковского, Дебюсси и Римского-Корсакова. С Ямала музыканты отправятся в гастрольный тур по российским городам. В том числе выступят в Красноярске, в Сургуте и Нарьян-Маре. Впереди еще одно знаменательное событие – подготовка к 90-летию великого музыканта Родиона Щедрина. Скоро прозвучит первая великая русская опера у нас «Жизнь за царя». Миру Россия дала несметные культурные сокровища, богатства. Музыка дарит крылья и помогает не падать духом, уверена Мария Лапина. А особенно, когда тебе улыбается удача. Ничего, приедете? Обязательно. Волшебно и сказочно. Больше у меня слов нет. Я не жалею. Марина Подгорная, Алексей Канев. Программа «Время Ямала», Салехард.